Здравствуйте, здравствуйте. Находимся мы в магазине канадском, который называется Hudson Bay. Очень старый магазин, самый старый магазин в Канаде и, наверное, последний department store, как это здесь называется. И здесь у нас был еще Sears американский, но Sears закрыли, остался вот только Hudson Bay. Магазин не дешевый, довольно спорного фасонов и дизайнов, и продаются здесь бренды, типичные для любого американского магазина, также и канадского: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, все вот это вот, вот это вот. Фасоны, ну, такие разные, знаете, здесь если покопаться, то можно найти симпатичные вещи, но надо прям таки, да, сильно покопаться. Причем вот сейчас интересно продают летние вещи, перед Рождеством, зима, как бы чё причём, но продают. Но магазин любим канадскими дамами, он все грязный, все перепачкано. Давайте посмотрим какие-нибудь цены. Это на распродаже, платье стоит $179, вот так вот, да. Но несмотря на вот такие вот цены, магазин любим канадскими женщинами, потому что они к нему привыкли, они как-то доверяют тому, что здесь продается. О, $30 платит. И смотрите, какой симпатичный. Extra large. Я правильно прочитала $30? Давайте-ка посмотрим. Какой миленький. Любимый размер 8. То есть, вы понимаете, здесь можно найти довольно дешевые вещи. Немножко такие старомодные, но я бы сказала классические. А вот это 137. Странно. Здесь, конечно, цены очень-очень-очень разные. Голубые, красные. Да, но всего много. Знаете, вот Ральф Лорен, да, тоже очень-очень здесь любят. И я вам хочу сказать, что вот женщины канадские, такого среднего возраста, это их go-to store. Они сюда ходят за всем. Все здесь покупают. Любят этот магазин, никогда ему практически не изменяют. Здесь, конечно, всего очень много. Здесь есть свитера, здесь есть разные бренды представлены. Вот, пожалуйста, $19 юбочка. Ну, совсем дешево. Причем такой 2X. Видите? ХХЛ. Экстра-экстра ларч. Вот так. Тут 3X вот даже есть. То есть вот видите? И всего лишь $25 на сейле. То есть вот если кому нужны большие размеры, вам сюда. Вот и цены хорошие, и размеры большие есть. И все такое веселенькое, в цветочек. Да. Вот это я попала. Пледы. Это уже к Рождеству. Подарки. Кашемир. Каждый год перед Рождеством они выставляют, вот видите, Hudson Bay Company, Cashmere. Каждый год перед Рождеством они выставляют столы и продают очень много кашемировых свитеров. Потому что, опять же, в Канаде $150. В Канаде это самый лучший подарок купить на Рождество кашемировый свитер. Ну, понятно, по климатическим условиям 120. Вот посмотрите, какие. 100% кашемир. Все цвета есть. Есть с пуговичками, есть без. Есть, видите, такие нежные. Есть вот такие вот неоновые, яркие, желтые. Розовый, потрясающий цвет. Ну вот интересно, некоторые стоят по 150, а некоторые по 120. Мне даже интересно, в чем разница. Ну видите, цвета очень красивые. Бордовый, бежевый, такой camel, бежевый, светлый, с горлом. Сколько он стоит? С горлом стоит 120. Ну вот я не знаю, в чем разница. Они из разных, видимо, разного, не знаю, наверное, разные бренды. Ну вот такой вот красивый. Красивый, приятный, хороший кашемировый свитер. На самом деле, это действительно очень хороший подарок. Опять же, не нужно знать, ну, как бы размер можно не точно знать, а это что? Это уже не кашемир, $60. Может быть, это шерстяные свитера.
Да, Мерино, написано Мерино Вул. Это, видимо, шерстяные свитера за $60. Тоже прекрасный подарок, только цвета какие-то грустные, вкусные. Вот этот синий, очень красивый цвет. А вот здесь они тоже есть. То есть вот если у вас денег нету на кашемир, то вы можете купить просто шерстяной свитер. Подарок. Очень много черных разных вариантов. Я думаю, что просто вот купили, которые были поярче. Вот видите, есть красный висит, сиреневый. Дело в том, что я к чему говорю, что свитера не нужно знать размер. Конечно, нужно знать размер, но просто знать, ну свитер это же там не юбка, не джинсы, не брюки, а все-таки можно как-то более или менее с размером угадать. И, между прочим, они сделаны в Италии. Вернее, итальянский свитер, но я не уверена, что он таки, да, сделан в Италии. Нет, сделан в Китае, естественно. А вот здесь гордо написано Италия. Ну, окей. Неудивительно. Но вот эти кашемировые свитера прямо вот мне очень понравились. И какие же они приятные на ощупь. И какой красивый цвет. Вот зеленый. На пуговицах, а есть... Вот просто. Очень мне нравится он. $120. Смотрите, какой красивый пуховик. Модный-примодный. Вот такой вот в клеточку. В клеточку простеганный. С поясом. Такой пуховик-халат. Я думала, что он без пуговиц, но он с кнопками. Хороший, какой симпатичный. Сколько он стоит, не знаю. На манекене цены нету. Надо поискать мне, где они висят. Ага, у нас здесь продается манго. Слушайте, я даже не знала, если честно, что здесь в Hudson Bay продается манго. Потому что мне казалось, что у нас манго вообще почти практически нигде нету. А вот я нашла. Как здорово. Так я, наверное, что-нибудь сейчас себе здесь померю. Вот, посмотрите, какие пуховички. За $100 куртка-пуховик, размер large. Видите, манго. Смотрите, какой манго симпатичный. Симпатичный худи за $60. Короткий немножко только, но видите, с вышивкой. Это размер. Small, но он очень большой. Sports Club. Что-то меня на зеленое опять понесло. Да? Сделаем снова зеленые примерки зеленого. Свитер в полоску, $70. Очень модный сейчас такой поло. И вот есть тоже синий. И есть зеленый. Смотрите, я даже не знала, что у нас здесь манго продается. Это я удачно зашла. Сейчас мы что-нибудь здесь себе найдем. Попримерять, правда? Пиджачок манго. Посмотрите, какие красивые пуговицы. $150. Размер small, жалко. А вот этот тоже размер small. Конечно, не налезет на меня. А я бы примерила его. Мне очень он нравится. И вон какой кардиган красивый. $70. Смол тоже. Очень симпатичный, да? Есть такие же однотонные. Есть такие же бежевые. И, ну, вот этот пыльный розы тоже мы видели. $70 он стоит. И вот каких симпатичные куртки за 150. Они не стеганые, но теплые на вид. И очень симпатичный за $69 симпатичный жилет с горлом. Классный. И очень классный свитер манго. Между прочим, он на сейле. Стоит он $40 всего лишь. Размер large. Очень красивого цвета. Тоже очень симпатичный свитер. $80 на сейле. Состав, смотрите, какой хороший. 70% мерино шерсть и 30% recycled кашемир. Переработанный кашемир. Как интересно. А что ж такое переработанный кашемир? Очень приятный свитер. Но small размер маловат. Вот снова такой же large свитерок. Приятный и очень бюджетный. $80.
Смотрите, какой интересный пиджак, пальто, куртка. Экстра смол, правда. $99 стоит, а стоил 199. Смотрите, какой совершенно намоднючий вот этой вот расцветки. И он идет с поясом здесь. Давайте-ка посмотрим, что у него сзади, как он сделан. Ну, в общем, это такой коротенький пиджачок или пальто, короткое с поясом, но очень оно толстое. Такая ткань, много мохера, симпатичный, красивый, я бы даже сказала. Размер экстра смол я взяла померить, я боюсь, что я в него не влезу. Манговский пуховик, всего лишь за $60. Смотрите, какой дешевый, а? Манго. Размер непонятно. Написано вот здесь вот на вешалке large, но это не обязательно, может не соответствует. Видите, он сделан с этими вот шлейками такими, что его можно снять. Да, действительно large. Не знаю, вам видно или нет. Отсвечивает. Что его можно снять и повесить как рюкзак себе на плечи. Но он такой большой, прибольшой, громоздкий очень. Вот, кстати, манго джинсы за $70. У нас манго вообще довольно дорогой магазин. Черные, со стрелками, расклешенные. Взять, что ли, померить ради интереса, чтобы просто понять, как манго джинсы сидят на мне. Вот этот пуховик. Он, оказывается, манговский был. На витрине я вам показывала, на манекене. $199 он стоит. Очень симпатичный пуховик. Просто очень. Вот еще есть джинсы, есть такой кардиган. Тоже манго за $99 с красивым таким воротником. И вот очень красивый свитер манго. Сколько он стоит? Тоже 69. Экстра ларч. Очень красивый. Красивый цвет, такая вязка красивая. Вот написано, что это New at Hudson Bay. То есть это новое у них. Вот этот корнер манго. Это раньше его не было. Это они недавно открыли его. Видите, написано New at Hudson Bay. Ой, какая прелесть. Клубнички. А у меня есть похожий свитер ягода малина. Помните, я вам показывала? Вот. Поэтому это New. Поэтому я не знала, что здесь есть манго. $100 он стоит с клубничками. Миленький. Много всяких свитеров от манго, кофт. Ну, в общем, вы поняли. Обзор манго. Случайно я попала, девочки. Не знала, что здесь продают манго.